Привет, друзья! Ну что, поедем мы сейчас и покажу вам немножко, что у нас изменилось. Сегодня у нас, так сказать, как будто бы выходной, поэтому быстренько по делам. Ну это у меня так, выходной. Просто благодать, красота, пчелки, тепло, знаете, как тепло, не жарко, глубоко жарко. Вот здесь у нас тоже розовое дерево, а здесь желтенькое дерево. Ой, какая благодать. И вокруг эти жасмины. Прекрасный день! Всем желаю прекрасного дня! Сейчас покажу вам, какие у нас там новые стройки. Ой, сейчас. Надо же как-то это все ремонтить. Так, у меня такая есть примочка. Сейчас я ее попробую прицепить. Надеюсь, будет крепко. Так, она-то будет крепко. Вот это вот мне интересно, сможет одеться или нет. Есть. Все, друзья, ну что, смотрите на дорогу. Ой, а как я не смогу переключиться? Ну вот, это вот камера на телефоне. Это... Сейчас. Что-то она у меня, камера не показывает, что можно перевернуть. Ну хорошо, тогда любуйтесь у меня. Ой! Облака красивые, просто чудо. Сначала я заскочу за продуктами, а потом поеду в тряпочный магазин. Там мне нужно футболочку. Thank you.
Oh, it's wonderful. No, I want a frozen. Затарились. Это Beyond Meat, бутерброды, которые без мяса, но напоминают вкус мяса. Филипп прям без них не может. Каждый день. Две штучки, каждый день. Я думаю, еще кошачью еду проверить, еще кошку взять Кошаки. Это довольные наши кошаки. Так, взяли наш Beyond Meat. Попробуйте, если у вас получится такое найти. Я не знаю, мне не понравилось вообще. Вообще гадость какая-то. Запах такой, вот как возле такого магазина, ну как вот, Макдональд там или где они там жарят. Это круто, эти пахнут вот так. А на вкус какой-то кошмар. Ловушки для колясок. Вот этот магазин сняли рядом с домом. Все. Коляску стоило. Поехали. Какая сегодня прекрасная погода. Посмотрите, какие облака. Просто чудо.